я съел тухлый кокос. Знаете, что это? Это нож-бабочка. Тигровый клык. Я умею крутить его на фуфеле, как про. Я научился его крутить вчера сам. И вот так вот буду крутить, вот так вот. Как профи настоящий, никто так кроме меня не умеет его открывать, никто не умеет так его закрывать, а я вот умею. Такой вот я крутой. О, привет! С вами Федос Дихлофос. И сегодня у нас будет обзор тигрового клыка, который я заказал на Плюсе. Это то же самое, что Алиэкспресс, только с быстрой доставкой. И с Алика я решил не заказывать, потому что кто его знает, придет он или нет. Вот так вот он выглядит в разложенном виде. Очень крутой окраски. Окраски темного тигра с черными полосками. И такой вот эластичной линией. Это нож баттерфляй, нож бабочка, который уникален тем, что мы его можем сложить, и он станет компактным. И не воткнется вам кое-куда. Потом мы можем его разложить вот так вот и начать уже делать то, что вам там надо. Кромсать колбасу, например. Это не настоящий ножик, он выполнен из дерева. Из какого, я не знаю. Но конструкция его, в принципе, проста. Если мы заметим тут винты, то тут мы заметим гайки. Все, вкрутил его, можно разобрать, потом собрать. Тут все то же самое. Тут нет никакой заглушки, она тут просто не нужна. Вот так вот мы его закрываем, и все. Он уже компактный становится. Это точная копия тигрового клыка, ножа бабочки из CSGO. Которым вполне часто встречается фанатам CSGO. А чисто для прикола его купил. Стоит он косарь. Ну, там плюс-минус. Вот такой вот классный нож. Но у этого ножика есть и свои минусы. Когда я начал этот нож крутить, покрутил, наверное, ну, раз 50, то у него вылетела какая-то вот эта гайка. Я ее закрутил отверткой с этой стороны. Но если отвертки у вас нет под рукой, и вы гуляете по улице, и валяется рядом шуруп, то я его взял, закрутил и положил его в карман. Если все время носить его в кармане, то если у вас развалится нож, вы взяли все, покрутили, и все. Проблема решена. Я решил ее так. Может, кто-то носит с собой мини-отвертку, но шуруп – это круче, потому что его найти легче. О! Ну и всем пока! Надеюсь, вам понравился этот ножик. Мне вот очень. We'll be right back.